Луна, куда мы идем, а? Мы идем в парк для собак. Парки для собак в Америке почти везде, потому что к собакам относятся как к членам семьи, поэтому все условия есть и для собак. Что, уже друга нашла, да? Здесь часть для маленьких собак, здесь часть для больших собак. Это разделено для того, чтобы собаки не дрались, и большие собаки могут навредить мелким собакам, поэтому есть такое разделение. Во всех парках для собак есть вот такие пакеты для того, чтобы убирать за своим питомцем. Поэтому здесь достаточно чисто, потому что все стараются убирать. Иногда, конечно, бывают случаи, когда ты просто не замечаешь, когда собака сделала делов, и поэтому иногда остаются грязные места. Смотри, какая стрижка. Кстати, у женщины на спине написано «Выгульщик собак». Вот такая здесь работа есть в Америке. Выгульщик собак. Луна запыхалась, пришла отдохнуть. Ладно, побежала дальше. Отдохнула.